этот, скажи, пожалуйста. Вот, видишь? Втираю. Он ушел. Вот этот сними. Шатается. Давай, давай, сними. Вызывайте ГАИ, милицию вызывайте. Жду Чудакова, хочу вопрос ему задать. Он идет? Нету никого, я говорю. А, никого нет, нет, все попрятались. Как Александров приезжает, все попрятались сразу по кабинету. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Елисеев Николай Николаевич. Погромче, можно? Елисеев Николай Николаевич. Кем вы являетесь? Должность ваша? Охранник. Чего? ООО ЧО Федерал-2. Чего охранник? Значит, есть? Мы являемся КБР. А. Чего охранник? Скажите, пожалуйста. Чего, понятно? Охранник. Какого здания? Представляете, кто это так вот не начитываешься, не пойму. Мы группа быстро реагировали. Ну, хорошо. Лично у меня, как у гражданина, живущего в этом городе, вопрос, когда это уже прекратит? Сюда, да? Чтобы проезд освободить. Ну, сюда, в кресле, да? Давайте он покатится, откатится, да. Откатится. Средний включай. Ключ, чтобы этот руль не замкнул. Сегодня я приехал 24 марта господину Чунакову задать вопрос, когда это уже в Волгограде прекратится. Сегодня перевозил детей в сторону Советского района. Во второй Продольной я так влетел, я не знаю, во что я влетел, но вчера я поменял это колесо уже, диск поменял. Я думал, у меня руль вырвет. Хорошо, что я не улетел в стол. Мои дети заплакали. Я задаю вопрос господину Чунакову и Косолапову. Почему у вас, когда мы приезжаем, никогда нет на месте? Нету ваших замов. Никого нету в администрации города Волгограда. Надеюсь, с нашими действиями, которые мы производим, и они по случайным обстоятельствам происходят, случаются, мы добьемся того, что в городе Волгограде появится решительный, надежный, хозяйственный мэр этого города –